В расселенные дома вселиться не дадут. Администрация Петергофа проверила состояние временно пустующих зданий. Эти дома признали ветхими и расселили пару лет назад, чтобы уберечь от несанкционированного вселения. Их законсервировали и теперь регулярно проверяют их состояние. Совместно с жилищным агентством, управляющими компаниями и полицией, местные власти дважды в месяц проводят объезды пустующих зданий, а их на территории района больше полусотни. Дома охраняют не только от гастарбайтеров или бомжей. Следить за расселенками – дело национальной безопасности. Мы должны это отслеживать даже в рамках антитеррора, потому что в таких зданиях могут тоже складировать оружие. Или, в общем, мы эти здания проверяем, чтобы там никаких посторонних не было. Плановые обходы специалисты устраивают два раза в месяц. Осматривают порядка 15 строений за раз. Власти будут наблюдать за зданиями, пока у них не появится новый хозяин. Но спрос на расселенки невелик. В год продается не больше 7 объектов. Это дома дореволюционной постройки. Вот. Почему их расселяют? Потому что их признают аварийными. И по современным меркам там уже проживать жители не должны. То есть их расселяют в новое жилье. К тому же никто не горит желанием восстанавливать памятники архитектуры, к которым относится почти половина таких домов.